Здравствуйте, мы находимся на мягкой кровле, и сейчас мы сделаем диагностику мягкой кровли. Нас вызвали сюда по поводу протечек, и сейчас мы начинаем наш осмотр. Сначала мы посмотрим, как сделаны парапеты. Парапетных окрытий на данной крыше нет. Оцинкованные парапетные окрытия. Оцинкованные парапетные окрытия следует здесь установить. Примыкания, которые мы сейчас видим, они были заменены старые на новые. На парапетном камне, как видите, парапетных оцинкованных окрытий нет. Мы видим мусор. И сама кровля, вот она без посыпки, то есть она имеет черный цвет. Это говорит о том, что ультрафиолетовые лучи ее уже давно прогревают. И вот там, где у нас сейчас яндава, вот сейчас тут даже мусор строительный, кабель лежит. И в этом месте мне говорили, что была серьезная ситуация. Здесь был засор этой внутренней воронки. Идем дальше. Вокруг вентканала здесь тоже все примыкания уже довольно-таки старые. Вот имеются даже вот такие вот небольшие свищи. И самое главное, что здесь нигде нет фартуков кровельных. Вот сейчас мы видим в этом месте отслоение примыкания на парапетном покрытии. Здесь вот где-то починили, где-то нет. Парапетный камень открыт. Вот эта проволока, которую вы видите, это раньше так делали заземление. Молниеотвод. Вот остатки парапетного покрытия старого. Видимо, от ветра, от того, что здесь мало эксплуатировалась кровля, не содержалась должным образом, все эти парапеты отлетели. Вот состояние кровли. То есть фактически посыпка местами отсутствует. На Бранмауре то же самое. Вот видите, здесь осыпалась посыпка, мусор. И отслоение идет на парапетах. Состояние кровли неудовлетворительное. Вступают многочисленные жалобы от жильцов на протечки. Периодически на эту кровлю выходят кровельщики и в аварийном порядке ремонтируют. Для того, чтобы отремонтировать эту кровлю, требуется, конечно, большие капитальные вложения, так как на кровле имеются, во-первых, мусор, который годами не убирается, под ним скапливаются микроорганизмы, образуется мох, питательная среда для того, чтобы верхний слой кровельного полотна разрушался. Также для того, чтобы отремонтировать эту кровлю, нужно предусмотреть, чтобы вы на этой кровле все-таки установили в будущем, если будут делать капремонт, кровельные фартуки. Потому что, как вы видите, со временем, как бы хорошо кровельщики не приклеивали примыкания, эти примыкания все со временем отслаиваются. Поэтому пожелание такое.
чтобы при производстве капитального ремонта на этой крыше обратили внимание на вот эти вот моменты. А также, как вы видите, сзади меня отсутствует колпак на вент-выходе. Желательно, чтобы эти колпаки тоже были сделаны, и на кровле тогда исчезнут протечки. Спасибо за... Thank you.